Предусмотрен ремонт двух участков Пионерского проспекта общей протяженностью около 3 километров. Улица Черноморская от проспекта Революции до Трудящихся, улица Краснодарская от Крымской до Чехова. Там ремонтные работы уже начались. Ночью приступят к ремонту главной курортной магистрали. Также капремонт ждет крупные участки улиц Красноармейская, Лермонтовой и Гоголя. Работы ведутся в усиленном режиме и днем, и ночью. Глава города поставил задачу завершить ремонт в кратчайшие сроки.